Ого! Йотунхи! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет, я тоже бог, я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их, возьми меня, я сделаю сам! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Нет! Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхи? Ах ты, тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Стой! Не трожь моего сына! Ah!
открывает. Эй, я задал вопрос. Ты опоздал. Дело сделано. Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Все кончено. Да ну. Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Двигайся. Ты мне поможешь? Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Сын. Это я. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я
сказал твоей матери перед тем, как взял ее? Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Я нас вытащил. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Ну уж надеюсь. Теперь не мешай. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Может, нужно наполнить обе ловушки?
Стой! Кажется, там Бальдер. Я бы никогда на это не согласился. Слушай. Ты не имела права! Я имела права. Я твоя мать! Ты не имела права, ведьма! Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Не верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Что ты со мной сделала? Фрея, его что мать. Ты со мной почему сделала? Ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверил. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Жалкий трус. Какой же я трус. Придется многое сделать. Поспешим.
Ha! Ah!